Работы по благоустройству в старом городке идут от дома номер 1 по улице Школьная к остановке автобуса. Дорожку уже заасфальтировали. Параллельно с ней идет прокладка еще одной, которая будет вести к детской площадке. Во время инспекции депутаты от партии «Единая Россия» также встретились с местными жителями и обсудили интересующие их вопросы.